Здравствуйте! Нас просят сравнить 156,378 и 156,348. Другими словами, нам нужно сказать, какое из этих чисел больше. Перепишу эти числа. 156,378, и мы хотим сравнить его с числом 156,348. Может, некоторым из вас это задание кажется очень легким, но тем не менее я предлагаю все разобрать по полочкам. Возможно, кое-кто из вас уже забыл или вообще не знает, как это делать. Давайте начнем с разряда сотен. Можно сказать, что это наиболее значащий разряд, поскольку он самый большой в данном случае. Единица в разряде сотен представляет собой намного большее число, чем единица в разряде десятков или единиц. Единица в разряде сотен – это 100. В разряде сотен цифра показывает количество сотен. В наших числах одинаковое количество сотен. Здесь одна сотня и здесь тоже одна сотня. Перейдем к разряду десятков. В верхней дроби 5 десятков. Это то же самое, что и 50. И в нижней также 5 десятков. Пока наши дроби равны. Если сравнивать только разряды сотен и десятков. Переходим к разряду единиц. В верхней дроби у нас 6 единиц. Это просто 6. И в нижней также 6. И мы все еще не можем сказать, какое число больше. Теперь очередь разряда десятых. Здесь 3 десятых и здесь тоже 3 десятых. Следующий разряд – разряд сотых. Мы переходим все к меньшим и меньшим разрядам. Здесь у нас 7 сотых, а здесь 4 сотых. В нижней дроби меньше сотых, чем в верхней. В разряде тысячных у нас одинаковые цифры. Но даже если бы в разряде тысячных нижней дроби цифра была бы больше, чем в верхней, то все равно верхняя дробь была бы больше. Потому что в более значащем разряде, разряде сотых, в первой дроби 7, а во второй 4. А 7 больше 4. Здесь 7, а здесь 4. И получается, что вот эта дробь больше этой. 156,378 больше, чем 156,348. Мы это определили по значениям в разрядах сотых. На этом все. До скорых встреч!